В единый день голосования 8 сентября в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и до выборов в Государственную Думу. В Карачаево-Черкесии запланировано 15 избирательных кампаний разных уровней, в том числе депутатов республиканского парламента. И сегодня в Доме правительства прошла жеребьевка по порядку размещения наименований избирательных объединений в бюллетенях и бесплатного эфирного времени и печатной площади в республиканских СМИ. Подробности у Али Баташева. По правилам проведения жеребьевки, каждый кандидат выбирал конверт, вытаскивал содержимое, оглашал номер карточки, который заносился в протокол в присутствии членов комиссии. Партию КПРФ представил Кемал Быдаев, «Единую Россию» Фатима Мидова, «Гражданскую платформу» Мария Постовалова, «Справедливую Россию» Олег Каджаков, партию ЛДПР Александр Чайка. Перед проведением процедуры жеребьевки представители телеканалов ГТРК «Карачаево-Черкесия» и «Архыз-24» рассказали об объемах выделяемого бесплатного эфирного времени кандидатам. Общий объем предоставляемого эфирного времени составляет 285 минут для телевидения и точно так же 285 минут для радио. 142,5 минуты отведено для совместных агитационных мероприятий на каждое избирательное объединение. И, соответственно, столько же, остальная часть, 142,5 минуты, отведены для роликов. Количество дней для проведения агитации – 19. 10% от площади газеты в предвыборный период составляет 11 500 квадратных сантиметров. Соответственно, на каждую партию, у нас 5 партий, приходится 2300 квадратных сантиметров. О предоставляемой печатной площади рассказали и представители печатных изданий на национальных языках. Карачай, Черкесск Хэку, Нагайдавысы, Абазашта. Уважаемые представители политических партий, отказов от вас об участии в бесплатном распределении эфирного времени, радиоэфира и бесплатной печатной площади в избирательную комиссию не поступило. Таким образом, вся печатная площадь, которая представлена здесь, и бесплатное эфирное время, которое представлено здесь, будет распределено между вами в равных долях. Также по итогам жеребьевки был установлен порядок очередности кандидатов в депутаты парламента республики в избирательном бюллетене. Под номером 1 – партия ЛДПР, номер 2 – «Справедливая Россия. Патриоты за правду», номер 3 – «Гражданская платформа», номер 4 – «Единая Россия», номер 5 – КПРФ. Процедура прошла без нарушений, замечаний от заинтересованных лиц не поступало. Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.